Тр-тр-тр, погнали! Приветствую всех, кто зашел на мой канал, и подписчики, привет-привет, с вами Турбо Ёжик, продолжаем приходить Мэд Макса, и как вы помните, в предыдущей части мы все-таки проникли на другую часть карты, проехали через эти ворота, пасть которые назывались, и попали к Красноглазке. Разобрались с ней, все порешали, и она нам дала задание разъебошить вот эту крепу. Я теперь подготовился, кстати, прокачал скиллы у этого мужичка, который отвечает за это дело все. Стреляй. Вот. Так, тема. И я набрал водички, конечно же. У них хера себе взорвались. Это, кстати, они сами взорвали. Набрал водички. Так что теперь у меня здоровье есть. И давайте разбираться с этой крепой. Ой, она вся, смотрите, подсвечивается красным. Нужно разбить, значит, мне вот эти вот сооружения, чтобы они не бомбили в меня. Поближе подъеду. Потому что они в меня стреляют, паскуды. Давай, стреляй. Вот так вот. Тяните машиной. Готово. Черт, опять горит. Быстрее чини. Там снайпер. У меня патронов, к сожалению, нету. На винтовке, поэтому я не могу нихера ничего сделать. Пока что вот так вот. Попрыгаю. Ага, мимо. Тварина. Давай, давай, восстанавливай. Сейчас мы, значит, будем проникать в эту крепу. Мимо. Хе-хе-хе. Хераси, какой там у него калибр? Все, давай в тачку. В тачку, в тачку, в тачку, в тачку. Хорош, поехали. Газу. И нам нужно как-то проникнуть. Где у нас здесь вход? Так, бак можно тут взорвать. Блин, нахер я. Нужно было дернуть просто машиной. Слушайте, давайте я его сниму. Он мне достал уже. Скотина. Высоковато. Ага. Замечательно. Он что, живой? А, вот, все, отпустил. Теперь он мне не будет мешать. И давайте вот эти баки повзрываем. Огонь. Давай. Тяни. О-о-о-о! Защитные рубежи уничтожены. Замечательно. Этого я и ждал. Могучий вихрь! Тихо, тихо, тихо. Быстрее. Черт, он сюда идет. Блин. Нам нужно по-быстрому проникнуть. Требуется гарпун 6 уровня. Неужели я этим ничего не сделаю? Так, а взрывчаткой? Тоже нету. Попробуй впилиться сейчас. Быстрее цепляй. Стой, 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 чтобы вихрь нас не поднял. Смотрите, я зацепился. Зацепился. Так. Уходи отсюда, вихрь. Пошел вон. Погнали. Ни хрена. Попробуй впилиться на тачке. Разгончик возьму. Вперед. Давай. Газу. Что за хрень? Ограничение, таран. Мощные ворота. Так, ладно, по-другому как мне их сломать без вариантов. Может быть, где-нибудь вход здесь есть? Вон, вроде дырка была небольшая. Сейчас посмотрим. Сохранение. Или здесь где проникнуть смогу. Вокруг объеду. Не обязательно же через ворота идти, правильно? По-любому должен ход быть где-то. Вернемся назад. Там вроде небольшой проход был. Вот здесь вот. Или я не прав? Слушайте, что-то есть. Ну-ка. Вперед. Патронов нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет, ребята. Ни хрена тут народу. Так, дай-ка мне канистру. Пошел в жопу. Ах ты, сука. Отвалите. Черт. Их по-любому нужно взрывать. Канистры, иначе... Мне вилы. Так, сейчас рванет. Взрывайся. Ну, взрывайся. Ага. Красава, еж. Оу! Получил. Тихо. Ништяк. Паскуда, тварь. Рыжая. И сдохни. Мимо. Ех ты, какой спортсмен. Ах ты, сука. На тебе. Готово. Так, давайте попьем водички. Пополнить запасы надо.
Здоровье я, кстати, тоже увеличил. Чё за бред? Тихо, тихо, тихо. Назад отходим. Назад. Мне нужно еще канистр взять. Ух ты, ёшкин. Матрёшкин. Поджечь. Поджигай. Поджигай, все. Взрывайтесь, падлы. Ага. Еще минус. Что-то я боюсь их. Назад, назад, назад. Вылазите. Ладно, и запьем водички еще. Есть, 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 есть. Хорош. Выходи. Выходи. Да-да-да-да-да-да-да. Ты меня не достанешь. Это меня не достанешь. Ну что, заходим? Иди сюда. Пупсик. Назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больше канистра нету случайно? Я бы взял. Залази наверх. Будет преимущество. Ага, канистра есть. Хорошо. Поджигай. Нате, твари. Это вам сюрприз. Быстрее назад. Ага. Готовы. Еще канистры. Залазишь? Ну, браток, давай рукопашечку. Готова ярость. Сила лебедя. Уи! Уи! Ух, нихера. Вот это прыжочек. Канистры. Иди сюда. Вон еще они идут, падлы. Ладно, рукопашечка. Вот так вот. Хук слева, хук справа. Так, следующий. Ха-ха, поймал за ногу. А, прям по яичкам. Ух, это, наверное, больно. Так, канистра, иди сюда. Серия попаданий. Хорошо. Давайте спрыгнем вниз, берем пожитки. Попробую все-таки сейчас канистру поджечь и кинуть на эти ворота. Взорвется или нет? Не знаю, мне нужно прокачать гарпун, иначе он бесполезный. Посмотрим. О, слушайте, работает. Там бандюганы стоят уже на тачках, подъехали. Я пока ворота рушить не буду. Соберем запчасти. Приближается буря. Ищите укрытие. Я уже в укрытии как бы. Ага, еще хрень одна. Это ништяк штука. Помните, да, ее кидаешь, она взрывается. Такс. Идем дальше, продолжаем. Вижу лестницу. Сейчас, может быть, мне кинуть сюда, они взорвутся или просто по лестнице залезть. Давайте попробуем по лестнице пролезть. Посмотрим, что здесь у нас. Что за хрень? Ага. Так, надеюсь, меня буря не унесет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ж в укрытии, ничего не будет, да? Блин, как жестко. Но классно. Ой-ой-ой, вы посмотрите. Ни хрена себе! Ой! Вот это да! Молния бьет! Вы гляньте, молния бьет! Охренеть! Вот это класс! Давай, давай, еще! И больше, больше, больше! Ага, придется все-таки мне взрывать эти ворота. Сейчас попробую кину эту хрень. Так-а. Уничтожил, нет? Сейчас канистру возьму на всякий случай. Что такое? Тоже защита. Ой. Загорелось. Так. И давайте спустимся вниз. Ни хрена не вижу за этой бурей. Давай вниз. Эй, ну канистру-то возьми. Куда ее нахрен? Слазим. Давай вниз. Боюсь, унесет нас. А, чуваки, снова извиняюсь. Отвлекли меня. У нас, кстати, утро наступило. Дверь я нашел. Вот вход здесь вот. Давайте дальше идем. Буря как-то прошла, сам того не заметил. А вот он и горлан висит. Как вы помните, нам нужно также лагерь этот расхерачить. И горлана завалить. Что-то вас многовато здесь. Тачку подогнал, в принципе. Может быть, их туда всех перетащить. Просто-напросто в тачке задавить. Ага, все бегут сюда. Давайте в тачку сядем. Садись. Их там многовато, поэтому... Ходите сюда. Ой, что-то даже кинул. Гарпунок. Взрывчатки нету. Что-то они сюда не выходят, кстати. Почему? Боятся? А, нет, смотрите, один вышел. Ах ты, мудила. Ах ты, тварь.
Подохни. О! Вот так вот. Ах ты тварь! Давай, 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 давай. Гарпуном-то я. Нет, почему-то не могу. Отвали, тварь! Падла! Разгон! Еще завалил чуваков. И вот еще один остался. Блин, мимо. А вот так вот проехался. Почти. Надо его прищучить вот так вот. Готово. Починим тачку быстро. Да, 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 да. Так, это мне пригодится. Это тоже. А, они еще живы. Не всех я завалил. А вот так вот. Чувачок. Желтенький, желтенький. Получил. Слушай, он живой еще. Вот так вот. Скотина, со спины нападаешь. Подох. Тварина. Собираем запасы. Слушайте, там еще один живой. Иди сюда. Вот так вот. Готово. Это мне пригодится. Это что такое там? Тоже какая-то хрень. Погнали, посмотрим. Это мне. Там осталось, в принципе, взорвать эту херню, чтобы горлан сдох. Попробуем. Да, больше здесь охраны нету. Сейчас мы его подорвем. Готово. Идем дальше. Так, эту хрень надо как-то перекрыть. Наверное, вот здесь вот проход есть. Так, фонарик выключить. Мешается. А как вы помните, выполняем задание для красноглазки. Водички нету здесь? Нету. Залезть. Посмотрим, что у нас здесь. В принципе, ни хера здесь ничего и нету. Значит, нам вот сюда вот. Я не знаю, сколько здесь боссов. Вот одного горлана завалили. Наверное, два. Как всегда. Хотя в первых крепостях было по одному. Давайте воды нальем. Попьем. Водичка, вода. Что-то маловато здесь. Половина сиськи всего лишь. Хотя фляжка почти полная. Так, давай, братишка, попей. Воспрянь духом. Давай, 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 давай. Вот так вот. Другое дело. Так. А вот эта хрень, которая нам огонь поможет убрать. Готово. Все, спрыгиваем. Да давай, прыгай так. А, не хочешь? Ага, как интересно. Так. Ну, можно, в принципе, и так. Все, вперед. Идем дальше. Три патрона у меня есть. Что такое? Ага, потом, наверное, спуститься смогу отсюда. Ничего нету, ничего нету, ничего нету. А вот лестница. Забираемся дальше. Повсюду висят вот эти вот колпаки на машину. Сохранились. Ух, хорошо. Так, что такое? Фотка, наверное. Ну да. Выход. Не фотка, а записочка. Есть потрошки. А отсюда мы пришли. Здесь у нас запчасть. Это хорошо. Запчасть нам пригодится. И нам вот в ту сторону, куда показывает кнопочка. Приближается буря, ищите укрытие. Только не буря, пожалуйста. Только не буря. Не очень она мне нравится. Кстати, уже темнеет. Наверное, сейчас, скорее всего, точно будет опять такая же здоровая буря, как и до этого. Так, ищем вход. Нам нужно пройти дальше, но сначала давайте запчасти соберем. Ломик. Ага, вот и вход в подвал. Ух, фонарик включим. А тут темновато. Ой, ненавижу я такие вот подвалы. Всегда говорю, что не очень я их люблю. Боеприпасы. И боеприпасы. Это мы сломаем. Эмблема члена. Вот так вот ломиком подломим. А, быстро нажимать. Ладушки. Готово. Пусто, пусто, пусто. Трупак какой-то валяется непонятный. И нам нужно найти выход. Вот он. Новый враг. Дикий. Что еще за новый враг дикий?
Эй, давай, монстр! О, это бешеный, заточка! Давай, 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 заточкой! Вот так вот! Ух, нихера тут народу, слушайте! Дохерища! Вау, бешеной твари! Так, у меня ярость включилась! В самый раз! Вот это мне и нужна! Давай, иди сюда! Нихера он как паркурит! Слушайте, прикольненько, да? Яростное убийство! Ну чё, кто еще? Еще один есть. На, тварь. Вот так вот, добивай. Под жопник ему. Да все, все, сдох, сдох, сдох. Идем дальше. Так, где у нас выход? Сюда или сюда? Эмблема. Нет. Требуется взрыв. Ясно. Нужно или канистр найти, или вот эту хрень, которую можно кидать. Посмотрим. Блин, какие сплошные катакомбы. Во, блин. Я хоть туда иду или нет? Или я назад выхожу? Что-то я запутался уже. Где выход? Куда идти? Так, здесь мы были. Потом пошли вот сюда. Здесь разборочки были. Так, вот сюда вот. Канистра есть. Бери, 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 бери. Сейчас подожжем и взорвем ту дверь. Вот она. Так, поджечь. И бросаем. Опля. Поможет это нам? Ну да. Внутри. Так, запчасти. Не забываем собирать. Готово. И поднимаемся наверх. Фонарик уже можно выключить. Так, куда мы попали? Сохранились. А, хряк-резак, новый враг. Наверное, босс какой-нибудь будет, скорее всего. Патроны, в принципе, есть. А, горлан опять. Нет, слушайте. Твои вопли будут веками отдаваться эхом в этих лох-холмах. Вау, ну давай попробуем. Так, разборочки намечаются у нас. Вас заметил горлан. Да мне похер на этого горлана. Если честно. Так. Здоровый жирный босс. Мне нужно его как-то завалить. Давай, 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 быстрей. Вот так вот. Ага. Взорвался. Где нахер? Черт. Эпикай, мазапака. Так, этих шавок нужно первыми убить. Чтобы не мешались они. Уклон. Сраные паркурщики. Отмудохал. Куда, 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 куда? Убийство об землю. Вот так вот, защита. Тварь, попал все-таки. Подохни. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Добил. Иди сюда. Назад. Он его сам убил. Назад. Нихера он. Нихера он. Слушайте, как его валить? Блок мой... Не прошел. Вот так вот. И добивать. Слушайте, получается. Назад. Назад. Не получилось. Короче, нужно его вот таким вот ударами из себя выводить. Я так понял. После того, как он контратаку проведет. Херня бесполезна. Давай, прыгай. Вот так вот. Сейчас. Вот так вот, да. Все верно. Назад. А, успел еще даже ногой завалить немножко. Может быть, попить водички? Здоровье восстановим. Назад. Хорош. Так. Вот так вот. И добиваем. О, удар, давай. Мощный удар. Ох, нихера себе, я его мочалю. Давай, 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 давай. Нихрена, не получается, бесполезно. Бесполезно. А моя ярость прошла бесследно. Хотя немножко хп снес. Вот так вот. Тактику я нашел. Давай, давай, вот так вот. Назад. Назад. Завершающий удар. Ага. Вот так. Да, детка. Твой молот тебе не поможет. Чем больше шкаф, тем громче он падает. Ты знаешь?
такую присказку. Мимо, тварь. Обезьяна. Реально большая здоровая обезьяна. Ох, я ему между булок стучу. Мимо. А вот так со спины, нет, не прокатило, не прошел мой удар. Фу, назад. Мимо. А может быть мне его в огонь толкнуть? Или не получится? Не, нихера. Не толкается. Назад, 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 назад. Подкат. Не прокатило, да? А вот у меня прокатило. Вот так вот. Назад. Хорошо. Ты воняешь страхом. Нет, просто я чуть-чуть перданули. Получи. Назад. Главное вовремя назад откатиться, иначе он вас порвет. А потом контратаку вот такую вот. И добиваем. Нет, все-таки придется еще разок провести. И, наверное, раза два еще придется так сделать. Блок поставил, падла. Опять. Ой, это было больно. Стой, 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 назад. Где он? Вон он. Ах ты, водичку попьем. Давай, 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 давай. Надо здоровье восстановить. До дна. Нападай, медведь. Хотя медведь это слишком для тебя. Слишком крутая кликуха. Ты у нас будешь обезьяной. Макака с красной какой. Все-таки он не сдается, слушайте, до конца. Идет. Тварина. Чего это сейчас было? Это мои суперудары были, паскуда. Я хочу тебя добить. Добью? Нет. Черт, еще пару ударов. И он будет готов. Вот он, шанс. Е, давай. Вау. Сломай ему шею. Удерживайте, чтобы забрать трофей. Готово. Фу. Бич тирана. Убить главаря. Врагов нет. Бичара. Готово. Продолжить. Хе-хе-хе. Доступна новая краска. Так, надо все забрать отсюда. Готово. Дело сделано. Теперь надо посмотреть, что там в шахте. В какой шахте? Я теперь могу это выключить? Кстати, да. Давай. Все. Погнали дальше. Можно пройти в шахту. А, вот сюда вот, наверное. Ну-ка. Поднимемся. И глянем, что наверху. Запчастей нету. Ага, шахта вон. Смотрите, ангар здоровый. С дренью. Можно, наверное, прокатиться. Да? Вот так вот как-нибудь. Или нет? Может быть, сломать эту хрень как-нибудь? Можно? А, мне нужно наверх, вон туда он попасть. Как это сделать? Непонятно. Эй, 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 эй. Что-то у меня мышка отказала. Нет, мышка, работай. Есть. Я правильно все пошел? Эй, ты чё? Выбрался? Ху. Так, дальше. Ага, вижу запчасти, сейчас возьмем. Мышка-то у меня, как вы помните, кто в курсе, все та же сломанная X7. Так что она мне иногда отказывает. Вот так вот. Так, погнали в шахту. Здесь я смогу забраться? Да, но куда дальше? Лестницу вижу. Вперед. Залазим. Еще запчасти. Это все мое. Дальше. Вот сюда, вот еще на лестницу наверх. И сейчас, наверное, зацеплюсь за трос и перелечу как раз в ту шахту. А эту пока сломаем. Так. Все, прыгай. Так, и что здесь? Куда мы попали? Да сколько вас уродов здесь, а? Заколебали уже, а? Невозможно, реально. Это падла еще и шустрая. Поддохни, мразь. Не, не. Сучонок. Да сдохни ты. Мразина.
На, блядь, тупой ты... Пиздень. Стреляй! Ну стреляй, ты чё ж никак не перезарядишь-то, идиот какой-то! Перезаряжай! Быстрей! Подходи! Не скупись! Покупай, живопись! Ты что ли? Я этого мудака здорового завалил, думаешь, я не свалю? Взбесили, реально! Готово! Заставка! Чё это за байда? Пора подать сигнал. Захватить шахту. Сделано. Забраться на крышу, подать сигнал. Обязательно. Но чуть позже. Давай, ломай. Хорошо. Дай-ка мне лома побольше. Так, ломик есть. Это тоже мне. Там помещение еще было небольшое. Сейчас посмотрим, что здесь есть. А, нихера ничего нету, подсобка. Давайте в запас воды пополним. Фляжку нашу. Перекачаем, как я говорю, с одной сиськи на вторую. Что-то маловато воды здесь. А вот так вот. Есть. Один патрон остался. Больше здесь ни черта и нету. Поднимаемся наверх. И подадим сигнал. Кому сигнал подать непонятно. Или жестянщику, или красноглазке. Типа крепость наша. Это не то. Вот сюда вот куда, что ли? Не пойму. На крышу подняться. Как-то наверх надо залезть. А лестница есть, что ли, где? Ни хера нету ничего. Что за бред? А, как мне забраться? Стоп, стоп. Господа, может, выход где есть? Или лестница какая? Ничего здесь нету. Отсюда я зашел. Потупим немножко. А, может стрельнуть просто от байды? Не пей. Давай, ракетой. Сейчас его нельзя вызвать. Интересно. Ну здесь же лестница не случайно, правильно? Может я там что пропустил? Еще разок. Забраться на крышу. Столик стоит. Ну и все. И как? Тут закрыто. Здесь вообще ни хера ничего нету. Что за байда? Мне нужно наверх. Что, прикалываетесь? А где выход? Э! Отсюда стрельнуть? Фонарик. М-м. Так, может быть мне вот эту хрень надо как-то... Нет, не смогу. Не смогу. Что-то я туплю, товарищи. А, вот. Ну-ка здесь давайте пробежимся. Вот лестница-то. Ух, а я-то думал, наверх надо залазить, реально. Сюда. И потом вот сюда вот. Угу. А вот и нашелся выход. Сейчас мы сигнальчик подадим. Так, точки. Вот, удерживайте, чтобы отметить место. Готово. Сделано. Вернуться к красноглазке. Надо забрать награду. Я ж могу телепортнуться туда, правильно? Где она у нас? Вот она. А, быстрое перемещение. Конечно, поехали. Буду я еще пешком ходить. Посмотрим, что скажет этот красноглазка. Тем более, какую награду даст. Глянем. У меня там много, кстати, трофеев. Можно прокачивать машину уже. Или чувачка нашего прокачать. Так, ну чё, где эта бобенца у нас зависает? Вон она, наверху. Сейчас мы посмотрим, что она нам даст. Нихера, какая-то клетка. А, вот нам сюда. Жестянчик постоянно там что-то мутит. Что делает, непонятно. Награда, награда. Бобенку кого-нибудь подогнали, что ли? Душу отвезти Максу. А то он бегает, бегает все. Никто его не приласкает. Ну чё, давай, старушенцы. Парус мы получили, он сослужит нам хорошую службу. Все равно, мне кажется, это их плохой затея. И это лучше, чем ничего не делать. Нельзя сдаться и жить в ожидании смерти. Теперь получай обещанную награду. А реликвию прошлого повернуть... Выход.
Найду эти ориентиры, найду и сокровища. Задание выполнено. А в свое время бич тирана опустела, а Красноглазка получила парус, но она еще не готова отчалить. Куда она отчалить не готова? На тот свет, что ли? Сохранились. Красноглазка готова выдать вам новые задания пустоши. Это место шоссе. Это где-то на севере. Слушай, я не знаю, где это. Давай-ка поговорим. Конструкция работает как задумано, они скоро отправятся в путь. Им не хватит припасов. Возможно, но утром на парде собирается роса, которую можно пить, а вот с едой проблема. Есть одно место, оставшееся от старого мира. Там полно консервов, столько еды, что нам с тобой за всю жизнь не съесть. Да будь нам припасы, остальное можешь забрать себе. Что скажешь, по рукам? Окей, идет. А хлеб насущий. Красноглазке нужно запастись провизией для предстоящего путешествия. Она рассказывала вам, как найти место, где, по ее слухам, хранятся запасы еды. Разыщите это место и заберите в еду. Награда. Проект опаршевой фермы в крепости Красноглазки. Хера себе награда. Она называется «Хлеб насущий». А сокровище спрятано между этими двумя точками. Место помечено крестом. Но тебе нужно точно знать, где искать. Дюна обманчивые и коварные. А пометить первую точку с помощью какой-то хрени. Ну где эти точки отмечены? Посмотрим. Это не то, это все не то. Вот точка одна есть. Что, отправимся сюда? Вот так вот. Где моя супер тачка? Уи! Тачка, тачка, тачка на прокачка. Вот она. Поехали. Давай, садись, хватит базарить. Мы ищем церковь. Церковь? Что? Святилище, холограмм, алтарь, башня с большим крестом. А, такое место легко издалеко приметить, но, увы, я ничего подобного не видел. Эти еще откуда? Твою мать! Да вы издеваетесь. Поехали, 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 поехали. А больше всего меня добивает то, что вот эти агрятся постоянно машины. То есть выезжаешь на задание, а они едут за тобой. Нормально, я еще и впендюрился во что-то непонятное. Иди нахер. Газу, 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 газу. Достаньте его от меня, уроды. Пошли нахрен. Тачка задымила. Зашибись. Ой, как он едет. Газу. Что там, далеко там пыхтеть-то? Чё-то далековато как-то. Ну хер ли делать. Кстати, отстали. Стрелок. Я вижу. Почему они отстали, непонятно. Может быть, срезать? Вот так вот, напрямки прям попереть. Еха! И похрен. Каньон. Прыгнем. Ой-ё! Так, надо из тачки валить. Давай, делай ее. Ну, кстати, скоро доедем. Ремонте, ремонте. Ага, процесс ремонта пошел. Быстрый ремонт, нет. Быстрым ремонтом я заниматься не буду. Туши, туши, туши. Давай. Крути свои шестеренки. С гайками. Все, поехали, хорош. Хватит. Бэйба, остановись, все, хватит. Итак, сойдет. Главное, едет. И это главное. Газу. О, да, детка. Пугало. Знаю я, что пугало, но я не могу эти пугало. Там что-то можно было взять. Не могу эти пугало снести, потому что у меня не улучшен гарпун. Там гарпун нужен 4 уровня. А у меня такого нету. Ух ты, ю... Так, не забрался. Ладно. Приедем вот здесь сбоку. Бензин есть. Я даже не помню, когда последний раз заправлял. Вся эта тема с тем, что нужно заправлять тачку всегда. Это полная херня. Вот здесь вот они тупанули. Хотя, если бы нужно было каждый раз заправлять эту тачку, взбесились бы игроки, в том числе и я. Типа, ну нахер каждый раз бензин искать. Это все херня, да? Так, там буря какая-то идет. Сейчас мы эту точку найдем, кстати, почти доехали. Хера, все горит, как всегда.
Они даже сохранились. Ништяк. Вот он, могучий вихрь. Е-кам-да-ху! Хера там у них, смотрите. Газ добывает, что ли? А вон и точка. Сейчас мы ее пометим с вами. Вырыем ямку и сядем туда. Будем помечать, как говорится. Аэромобиль! Она летает! Уи! Туда ехали? Где-то точка. Ага. Почти. Дюны, в темные времена здесь бушевала страшная песчаная буря, в ней задыхались и гибли люди и машины. Она всех гробила под собой. Ясненько. Ну вон, кажется. Тут точка. Едем, едем, как не доедем. Какая-то хрень стоит. Ага, на месте. Так, это первая позиция. Надо запустить ракету, чтобы определить азимут. Запустим. Нужно было прям в упор подъехать. Ну да ладно, добегу. Столбик какой-то непонятный. Удерживайте, чтобы ответить место. Лови. Готово. Так, пометить вторую точку с помощью ракетницы. Поехали ко второй. Кстати, это не так далеко. Нужно назад возвратиться. А нет, вперед. Я просто бегу к тачке, думал, назад надо ехать. Дамчу быстрее ветра. Садись. Вот так вот. Вперед, 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 вперед. Блин, там классная штука, он горит. Нам туда будет доехать потом как-нибудь посмотреть, что за херня. Союзные лагеря добыли 80 лома. Что мало, я уже сколько отвоевал крепостей. Только 80. Маловато будет для меня. Слушайте, тачка вязнет в песке, реально. Тяжело ехать. О, блин. Да, по дороге лучше. Давай, нитро. Где вторая точка? А вон она. Нитро? Да, она реально летит, тачка, когда нитро включаешь и подпрыгиваешь на дюне. А вот так вот? Вау. Слушайте, нитро нужно включать, когда прыгаешь. Вот так вот. Как в МФС раньше, помню, такая же херня была. Так, вот вторая точка. А могу я с машины запустить ракету? Не-а. Надо выходить. Чини тачку, быстро. Вот так вот. Чё за хрень? Ух ты, твою мать, это еще кто? Давай машину. Газу, 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 газу. Ах ты паскуда. Мразина! Газу. На, тварь. Иди-ка сюда. Сдох, что ли? Эй! Лузер. Так, что там дальше-то? Точка еще одна появилась. Поехали. Тачка починена. А, куда нам дальше? Не понял. А, Гастаун. Может, Красноглазки назад вернуться? Красноглазка. Очень странно. А, слушайте, это другая точка появилась, которую нам нужно было найти. Вон она. Понятно. Сейчас мы найдем третью точку. У нас получится, знаете, такой треугольник, который соединит эти точки вместе. Понятно. Вот это нам и надо было сделать. Let's do this! Что-то тачка быстро разрушается. Вроде прыгаю, прыгаю. Она вроде сказала смотреть в дальнозор и искать где-то между двумя точками. Надо найти место, куда будет видна точка пересечения. А, понятно, ты идешь своим путем, следуя указаниям небес. Не мне подвергать сомнения твои методы. Ангел, лети все путем. Да вон точку-то я вижу. Еще в дальнозор еще смотреть. Сюда едем. Да, отметим. Давай, быстрее, нитро заполняйся. Нужно тачку прокачать. Отсюда должен быть хороший обзор. Какой обзор? Тут один песок. Да вот он. Все, поехали. Выходи. Сейчас мы сделаем, значит, будь у нас азимут. Угу. Бинокль один. Так. Ну куда нам смотреть? Хрень какая-то.
Что такое? Масштаб. Ну, вон точку другую я вижу. Смотрю. Брать бинокль. Нихера. Эта помойка славится своей жестокостью. Ну, первую точку я вижу. Вторая вот. Ну и все. Брать бинокль. Добраться до церкви. А вон церковь стоит внизу. То есть, поняли, мы соединили эти три точки, и в середине у нас церковь оказалась. Гениально. Окей, давайте подъедем, посмотрим, что там. Там вроде запасы должны быть, как она сказала. Проверим. А ближе подъедем сейчас. Все мы узнаем. Вот она. Я прежде не слышал об этом месте. Видно, эту гробницу разрыли ветры. О, блин, только макушка церкви торчит. Неужели нам нужно будет туда спускаться? Да. Нам нужно туда лезть. Погнали. Ой, блин, найти еду. Слушай, там какие-то уроды, наверное, лазят. А я боюсь. Фонарик, фонарик включай. Так, вниз. По-любому какие-нибудь мутанты будут. Церковь. Фонарик. О, блин. О, блин. Эй. Ну и размеры. Слушайте, мы под землей находимся, охренеть. Нифига тут запчастей. Давай, 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 давай. Мне все это пригодится. Это тоже мне. Это тоже мне. Нифига тут, конечно. Нормальная тема. Сейчас все соберу. Открывай. Да блин. Толстожопый хер. Чуть не могу открыть. Что за бред? Странно, глюк какой-то. Так, пока эту заберу. Есть. О! Ага, кнопка не появляется, чтобы я открыл, смотрите. А, вот. Так, осторожно. Ну, было же, вот так вот. Забагованный шкафчик какой-то. Давай. Сколько там у меня лома? 800 уже, нихера. Вот это я понабрал. Еще ящичек. Блин, да тут целый клондайк, мать вашу, ребята. Давай, тоже мне. Готово. Ну чё, куда нам дальше? Чё за хрень? Реликвия? Да, херня. Ну чё, надо к точке идти. Но какой? Сейчас мы все быстренько осмотрим. Где-то здесь вот. Смотрите, свет падает прямо вот на эту штуку. Блин, кости одни и черепа. Это было укрытие на случай войны. Ага, вот и вход. Вижу. Понеслась. Блин, что-то стрёмно. Блин, как же я ненавижу эти подвалы и подземелья. Кто бы знал. Здесь что? Пусто. Ну, блин, здесь много запчастей очень. Я все жду, когда на меня монстры полезут. Они защищались или хотели... Не хотели кого-то впускать. Где-то жрачка поганая. Бензин. Как мне пробраться? Взорвать, может быть. Это что такое? Тоже бензин. А здесь завал. Либо вот этот завал взорвать, либо ту стену. Другого варианта нету. Скорее всего, вот этот завал. Посмотрим. Ага. Сработало. Да не, навряд ли здесь монстры будут. Не верю. Так, нам туда надо, а здесь вот запчасти есть. Еще ящик. Да сколько здесь много-то, а? Ну-ка, ломик, дай-ка. Вот так вот. И взломать. Давай, 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 давай. Опля, готово. Есть. Что, нам еще ниже спускаться? Как мы вылазить-то будем отсюда, не представляю. Блин, как темно. Нет, не работай. Что за хрень? Тварь, блин. Я аж очканул. Так, надо поджечь. И взорвать. Ху. Отлично. Ну вот они, запасы. Они забаррикадировались внутри.
и остались навсегда. Ну, это понятно. О, заставка пошла. А вот как они и говорили. Всю эту проезжую можно выносить, нужно выбираться наружу. Да понятно. Выйти из церкви и подать сигнал красноглазке. Зашибись. Слушайте, я хочу там эти реликвии собрать, если это возможно. О, можно пожрать. Динки-динки. Хорошо. Уровень дикарь. Повышение. Поесть, поесть. Ну, слушайте, тут жрачки херей сколько. Гляньте. Воу. Хороший песик. Дал мне много еды. В принципе, все, жрать. Перестаем. Поесть, поесть, поесть. Так, мне выход нужен. Ломик, готово. А как мне отсюда выйти? Я не знаю, как мне отсюда выйти. Нужен какой-то выход, видимо. А, можно залезть, что ли? Не пойму. Поесть. Поесть. Нет, слушайте, нельзя. Поесть, поесть, поесть. Неужели нужно тем же путем выходить? Не верю. По-любому выход какой-то должен быть. Чтобы мне назад не бежать. Потому что это бред полный. Если назад мне надо будет. А, похоже на то. Слушайте, похоже, мне надо назад возвращаться. Странно. Ну, погнали. Назад. Твою мать, начинается. Вот черт. Че, скотина? А, взрыв привлекет внимание. А хер ли делать-то? Выход-то надо искать. Вот выход, вот здесь вот выход. Или нет? А, я не знаю. Он не берет канистру. Нельзя взять. Он ее не берет. Так, ладно. Ага, можно здесь пройти. Фу, я хочу отсюда быстрее вылезти. Я не могу здесь находиться. Твою мать. У меня клаустрофобия, походу, развивается в таких играх. Они здесь. Ну, началось. Блин. Ну а вот откуда ты вот, мудак, здесь взялся, а? Тварь поганая. Ну нихера тут народу. А где выход? О, я не смогу отсюда выбежать по-быстрому, парни. Не? Может быть, все решим миром? Выход вот здесь вот есть. Который завален, как всегда. На, паскуда, тварь. А что у них глаза светятся, кстати? Непонятно. Ну, выход, вот. Правильно? Не знаю, правильно или нет, я пока бегу. Так, дальше залезть не могу. А вот сюда вот могу. А дальше не могу. А вот сюда вот. Сюда тоже не могу. Но выход здесь. Песчаники. Так, идите вы в жопу, ребята. Там можно было залезть. Можно было Е нажать. Да, давай, да, давай, 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 залази. Вот. И вот так вот. Не хочу с вами драться, кстати. Да, до свидания. Хе-хе-хе-хе, лузеры! Оставайтесь там, скоты. Чё так темно-то? О, выход, выход, выход. Короче, разберётесь, не моё дело. Я, главное, нашел место. Уже, кстати, темно стало. А вы сами разбирайтесь. Так. Вот так вот. И сейчас сигнал красноглазский подадим. Пуньк! Теперь она пошлет своих ребят. Я-то прошёл. Задание выполнено, хлеб насущий. Я обеспечил красноглазку провизии. Будем надеяться, она сдержит слово. Доступна парышевая ферма. Крепость красноглазки. Так, а мы сохранились? Да. Ну что, давайте на этом закончим. Были интересные очень миссии. Как всегда, ежик с вами был. Ставьте лайки, поддерживайте прохождение. И еще увидимся. Пока.